Привет! Обычно я записываю видео для того, чтобы вдохновлять вас. Мне самому задали вопрос, что я смотрю или что я читаю для того, чтобы получить заряд новой мотивации. Первое, это, конечно же, Библия, и вам рекомендую ее читать. Второе, это книги по самомотивации успешных людей. Третье, это гребля. И четвертое, ну, я нашел тут одно видео. Это видео из моего личного архива, записанное после, сразу же после Олимпиады в сентябре 2012 года. Это видео дорого для моего сердца. Я там даже всплакнул. На самом деле, прям, мужчины тоже плачут. Прохладная погода, но буквально вчера мне 24 года еще исполнилось, и я рад, я благодарен Богу за то, что он дал мне столько лет жизни. Я так счастлив, и сейчас, стоя перед вами, мне кажется, я являюсь авторитетом, и вы можете прислушаться к моим советам, сколько лет я прожил, и у меня есть всего парочку советов, которые я придерживался по жизни, и они мне помогли. Я сейчас немного волнуюсь. Мы тоже немножечко волнуемся, но когда мы видим действительно победителя Олимпийских игр, вот хочется сделать что-нибудь, совершить что-нибудь замечательное. Мы уже даже готовы сделать зарядку, если надо. Самое главное, нужно слушать своих родителей, потому что они хотят самого лучшего, чтобы у вас все было. Вы просто не представляете себе. Ну я не знаю, как такое сердце выдерживает напряжение Олимпийских игр. Вы посмотрите, центр образования 1409, у олимпийского чемпиона даже сердце от нас, от всех, уже я не знаю, посмотрите, что делается. Какие чувства. Даже слезы накатываются. Я просто даже не ожидала, что действительно вы так растрогаете. Но на самом деле, вот все, кто здесь присутствует, ну просто восхищение вызывают то, что сделали вы для России. Я, честно говоря, тоже растрогана до глубины души, потому что у нас на самом деле нет слов, как выразить вот слова благодарности за все, что вы делаете для нашей Родины. И все, кто здесь находится, это как раз пример мужества, это пример того, как нужно трудиться для того, чтобы достичь таких высот и стать золотым вообще призером Олимпийских игр. Спасибо вам огромное, что вы. Спасибо и бурные аплодисменты. К самой главной битве четырех лет, и он за четвертым становится пятым. Пятым во всем этом многообразии спортсменов того же вида спорта. Четвертым, пятым, шестым, во всем мире, хотя это Олимпиада, чемпионат мира, да? И вот, наверное, здесь еще заключается героизм, когда средства массовой информации говорят, ну как же так? Мы здесь не стали призерами. Как же так? Здесь у нас не вышло взять первое место. Как же так? Мы здесь всего лишь четвертый, пятый, это провал, это то, это все, это пятое, это все. И вот здесь есть тоже определенный уровень героизма. После всего этого встать, пойти, и на следующий же день встать в эти жесткие, суровые условия тренировок, стиснуть зубы. Еще вновь до следующих чемпионатов мира, до Кубка мира, до следующей Олимпиады 4 года. Стиснуть зубы. И с улыбкой на лице тренироваться, это может быть бесконечно. Чтобы через 4 года даться еще раз.